Привет, страна Фаберлик! С вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы примеряем коллекцию «Осень в городе» и «Осенний пикник». Она будет вперемешку. Вот, я вещей себе заказала в этот раз мало. У меня, в принципе, довольно-таки обширный гардероб. Вот, и на мне сейчас трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 520-431, модель 158W, 4101, цвет темно-синий, размер 50, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Ну, слава богу, это платье не большемерка, не маломерка. Смотрится на мне великолепно, все меня устраивает, оно меня стройнит, как вы заметили. В принципе, да, все, кто меня видел в этом платье, все говорят, что оно меня стройнит. В принципе, очень приятно, что компания Фаберлик вот такие новинки выпускает классные. Сейчас на мне трикотажное платье для женщины, цвет мультицвет, размер 50, 88 полиэстер, 12 эластан, артикул 520-440, модель 158W4102. Ну, что могу сказать? Нормальная моделька, классная моделька. Леопарда у меня очень мало. Очень рада, что он, в принципе, вернулся. Сейчас все модные журналы про о леопарде говорят. Рукавчик, как вы видите, 3/4. Он не может мне быть ни длинный, ни короткий. Здорово, что тянется, видишь, просто идеально. И оно идет такой легкий, такой, вы знаете, вот, не знаю даже, как описать. Видно, Антон? Да. Такой бархат немножечко, да, что-то типа бархат, но бархат не сыплется, ничего. Вот меня тут комментарий спрашивали, не могу ничего найти у себя в коллекции бархатного, чтоб сыпалось, если честно. Как бы, в принципе, нормальное платье, хорошее, отличного качества, очень даже стоит свои деньги и подойдет с любым пиджачком, и так просто его носить, да. Одели сверху плащик и пошли по торговому центру. У меня трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 520-449. Модель 158W4103. Цвет темно-синий. Размер 50. 80% полиэстер, 15% люрекс, 5% эластан. Очень понравилось платье, но, как вы видите, как будто бы мне великовато. Тут все встает колом, талии нет, спину дует, да, да, все вот тут вот. Но оно идет, как вы видите, немножко-то приталенное, просто оно мне велико. Может быть, надо было вот так его, может быть, было бы и лучше, но велико, длинно, видно, что просто не мой размер. Поэтому это платье на возврат. Может быть, я подумаю и закажу платьишко на размер меньше, то есть 48-го. Сейчас на мне трикотажное платье для женщины, цвет мультицвет, размер 50, состав 72 вискозы, 28 нейлон, артикул 521-049, модель 158W4120. Никаких нареканий нет, нравится, очень хорошо тянется, как вы видите, выделяет талию, да, то есть я песочные часы. И мне это все дело подходит. Ну, конечно, немножко выделяется животик, но если одеть что-то корректирующее, я сейчас без коррекции, да, то будет хорошо. Животик будет практически незаметен. А так, в принципе, вот единственное, что такое платьишко нужно носить именно с чем-то коррекционным. Вот, я в нем уже посидела, походила, ничего нигде не провисает, все отлично смотрится. Вещь очень хорошо тянется, но она упругая, как бы, она не... Не то, чтобы там бот у вас повторять ваше каждое движение, если вы сядете, да пупа провиснет. Да, были у нас как-то такие модели две, я очень расстроилась. Это нет, оно будет держать форму. Ну, это мое мнение, да, то есть, что, скорее всего, будет держать форму, но я его еще пока не стирала. Сейчас на мне трикотажный кардиган для женщины, цвет мультицвет, размер 50, состав 100% акрил, артикул 521-004, модель 158W2420. Ну что могу сказать, оно мне нравится, но это уже Катюша себе отсортировала, мне говорит, хочется такой, я, говорит, буду в таком ходить, поэтому все, я вам показываю, как оно выглядит на размере 50, но на размере 46. А у меня дочка низкого роста, ей чуть ли он не по колено, и на самом деле нормально, хорошо на ней смотрится. Вот я вам показываю, как он смотрится на мне. На мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 520-504, цвет бежевый, размер 50, 100% полиэстер. Честно вам скажу, мягкий, классный, мне очень понравился.
Прям супер-супер, никаких нареканий нет. Я его себе оставлю. Мягкий, классный такой, вообще суперский. Смотрите, какой рисуночек у него, какие у него пайеточки. Как классно. Антох, видно хорошо, да? Да, очень хорошо. Да, вот смотрите, какая вязочка. И он прямо такой плюшка-плюшка. Такой хорошенький вообще. Это, скорее всего, не новинка, я вообще не знаю, новинка может быть какого-то из каталогов, да, то есть, но не новинка этого каталога, не 15-го, но новинка для нас, потому что мы заказываем эту вещь первый раз, поэтому я решила включить Антона в данный ролик. Вот, это трикотажная толстовка для мужчины, цвет темно-серый меланж, размер 56, состав 80% хлопок, 20% полиэстер, артикул 190-720, модель 117М2502. Ну что, она отличная, замочек односторонний, вот, капюшон, Антох. Она, походу, теплая, с начесом, да? Не особо. Ну, есть немножко, да, начёсик. Вот здесь капюшон как бы двойной. Есть угу. Ткань и сама эта верхняя. А изнутри просто ткань. Нету начёса никакого? Нет. Так, карманы просто глубокие, ткань. Неудобные, да? Нормальные. Нормальные, но телефон... Телефон уже, если большой, не положишь. Да, то есть, смотрите, низ изделия выполнен в форме резинки, рукава в форме резинки, по всей талии идет резиночка. В принципе, смотрится нормально, такой нормальный дорожный костюм, там, да, знаете, в магазин сходить, там, в поезде в нем ехать, да, что-то вот такое вот. Нам как раз все это надо, мы очень часто ездим. Ну и да, посмотрите на штаны, очень мне понравилась данная модель, я, наверное, еще одни такие куплю, Антоха, да? Отличные, да, отличные штаны. Это трикотажные брюки для мужчины. Цвет темно-серый меланж. Размер 56. Состав 80 хлопок, 20 полиэстер. Артикул 190-946. Модель 117М3201. Вот такие вот штаны прикольные, да, то есть мне костюм реально нравится. Он хорошо на нем сидит. Вот, далее. Антоха, раздевайся. По распродаже я заказала, урвала муженьке 3 или 4 даже таких футболки, потому что я знаю, какие они крутые, какие они качественные. Вот, поэтому посмотрите на данную футболку. Это написано, что это типа домашняя футболка, ходить в ней дома, но ничего подобного. Мы в ней везде ходим, везде путешествуем, и она износостойкая, и она идет... Вообще прям суперская-суперская. Вот, значит, эта футболка называется Alessandro. Артикул 452-806, размер XXL. Я не помню, какие она копейки стоила, но она действительно недорогая. К сожалению, состав я вам не подскажу, но там какой-то модел, хлопок, что-то еще в перемешку. В общем, она натуральная. Вот. И что еще хочется сказать, это футболки Flaranche. Flaranche. И муж сказал, будут футболки Flaranche, хватай. И только была такого цвета, поэтому я схватила реально много штук. 4 или 3, вот я сейчас сколько даже, я не знаю. 2 я видел. 2 ты видел, но там еще 3, коробка, 5. Там где Денос и все такое, там еще их много, поэтому я схватила действительно много. Такого качества футболки в магазине, извините меня, стоит действительно очень дорого. Вот такого качества. Она износостойкая, понимаете, у него есть точно такая же уже старая футболка. И вот эта старая футболка, она уже где-то пятна не отстирываются, потому что... Мы любим накормить свой животик. Где-то что-то, да, но у нее не растянулась горловина, понимаете, ничего не растянулось, она нормально выглядит, насколько бы градусов мы ее не стирали. Вот эта вот футболка и вообще вся серия Flaranche Man, она просто суперская, отличное нижнее белье, просто офигенное. Я скоро буду снимать обзор, потому что я по распродаже еще мужского нижнего белья нахватала, и же
женского тоже нахватало, хотя у меня было много баллов, но когда распродажа началась, я прямо перед еще поездкой в Турцию, до Сочи, до Турции, я нахватала всего, и этот заказ меня ждал очень долго, почти целый месяц на пункте выдачи. Но спасибо девчонкам, что не отправили на возврат, я их попросила, они не отправили, вот огромное им спасибо за их арендованное место, надо им хоть коробку конфет, слушай, купить девчонкам за это. Вот, советую вам всем вот эти вот линейку Florange Man, именно вот эти вот футболочки, они просто суперские. Спасибо вам, дорогая страна Фаберлик, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Кунова Аня и проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых интересных видео о новинках и пустых баночках. Моя новая рубрика от компании Фаберлик.